Закрытые города Северск, Заречный и Новоуральск отнесены к группе ЗАТО, которые могут открыть. Планы по этим городам вошли в президентскую программу развития закрытых городов России. Программа разрабатывается по поручению президента. Все 10 ЗАТО, расположенные вокруг предприятий атомной отрасли, были разделены на 4 группы. Железногорск вместе с Саровым и Снежинском вошли в группу, где предполагается создание кластера вокруг градообразующего предприятия. О снятии периметра вокруг города речи пока не идет.